Здравствуйте, дорогие мои друзья. Вот видите, улица Липецкая, Москва. Меняют бордюры. Меняют бордюры вот на эти достаточно хорошие, красивые, гранитные, нет, не какие-нибудь там бетонные бордюры. И вот эти граждане, смотрите, вот драгоценные национальности, такие загорелые ребята. Вот они меняют бордюры. И все бы хорошо, друзья мои. Но год назад я делал видео про эту же Липецкую улицу. И тоже удивлялся, какие бордюры прямо великолепные кладет Сергей Семенович Собянин. Прямо молодец. Вон они лежат. Сносу им нету, да, вот знаете, из таких памятники делают на это, как его, на кладбищах, и каждая штучка, вот памятник, очень дорого стоит, вот даже плита эта, 1020, а то и 30. Ну вот, знаете, у нашего бордюрыча действительно, видите, на этой улице год назад делали, год не прошел, они уже износились, друзья мои, я не знаю, куда девают старые бордюры, гранитные. Если в метро в Москве сделано вот из мрамора, из гранита, да, вот на Кольцевой, прекрасные произведения сталинской эпохи, они служат, вот прошло уже, я не знаю, скоро 100 лет, наверное, будет, да, и они служат до сих пор. У Сергея Семеновича Собянина срок хранения бордюров и плитки год, даже года нету. Друзья мои, вот где прокуратура, где вот этот следственный комитет, этот Бастрыкин со своими погонами, блин? Где он? Почему он не берет за шкирман этого Серегу Собянина и не волочет его в кутузку, этого седовласого ворюгу и мерзавца? Почему ты меняешь бордюры, сучок Собянин? Почему ты год назад здесь поменял бордюры? А куда дел прошлые? Куда ты их себе на дачу уволок? Друзья мои, ну просто слов нету. Года не прошло, года. Я, ладно, еще асфальт, можно сказать, изнашивается. Бордюры. Ну, все.